С моей точки зрения, повышение рождаемости – это, безусловно, абсолютно правильная задача, и с ней спорить любому нормальному человеку, который думает о будущем страны, просто бессмысленно, но все-таки повышение рождаемости – это такой экстенсивно, немножко абстрактный показатель. В каком смысле? В том плане, что у нас дальше там идут меры поддержки женщин или еще что-то там замечательное и так далее. Да? А на самом деле основная проблема, и очень точно записана в тему для обсуждения, фактически вот то обращение к народу, президенту, правительству, которое предлагается принять, да? Мне кажется, очень правильный акцент, который говорит об утверждающей многодетную семью как основу демографического и исторического возрождения России. То есть речь идет не о том, естественно, что многодетная семья, вот, в приглашении, что многодетная семья, она противостоит повышению рождаемости. Вовсе нет. Но все-таки семья, как там, хотите ячейка общества, хотите малая церковь, еще как угодно хотите, но это и есть некая органическая базовая единица, и я так утрирую специально, да, может быть мы, допустим, какими-то золотыми слитками можем у кого-то стимулировать повышение рождаемости, так, но если не будет семьи, института семьи, в которой эти дети, ну, если говорить совсем таким бытовым, нормальным социально-экономическим, поднимаются, дальше за ними следят, их любят, их помогают им выучиваться, работать и так далее, да, то у нас получится немножко такой без обид скотоводческий подход. Там привес живого веса крупного рогатого скота. Я так утрирую. Естественно, я еще раз повторяю, я это говорю вот здесь, в нашем кругу, я это утрирую, но для того, чтобы подчеркнуть абсолютную правильность вот этой ключевого принципа, ключевой идеи, фундаментальной. Будет многодетная семья как культ, будет многодетная семья по численности самих многодетных семей, эта семья будет устойчивой в среднем, на порядок устойчивее, то в принципе фактически будет все. И это первый момент. И не случайно это совершенно все подтверждает сегодняшней социологией. Потому что я бы сказал, что мы сегодня находимся в ситуации двух таких базовых вещей, которые, если не понимать вообще ничего, на мой взгляд, ну, просто несерьезно что-то обсуждать. Первое – это то, что впервые во всемирной истории люди не хотят рожать. Поэтому вопрос абортов, он понятен со своей спецификой и нравственно, безусловно, ценностным блоком, да? Но, в конце концов, при современных средствах контрацепции можно представить себе, что абортов нет, я так специально утрирую, да? Прекрасные средства контрацепции, но детей не будет. И главное, что не будет, и нет, и снижается потребность в них. Понимаете? Поэтому это впервые. То есть, когда мы говорим, там, мальтусы туда, мальтусы, как рассуждал? Ну, рожают много, а дальше там факторы, там, еда, голод, холод, война, чума и так далее. Так вот, чума 21 века – это малодетность как культурный феномен. Можно субкультура, антикультурная. Я здесь не с точки зрения, опять, акцента на слове культурный. Культурно-ценностной феномен. И вот этот культ малодетности, по сути, принудительная малодетность, это сегодня фундаментальная ситуация, которую можно переводить и в социально-экономические характеристики, там, в социологические и так далее. И что мы сегодня имеем? То есть первый момент. Никто в мире, никто, ни Крупнов, ни Чесноков, ни Антонов, даже наш великий, замечательный и так далее, ни Потихо, мною страшно уважаемый, с удовольствием читаю его работы, глубоко философские, фундаментальные, замечательные и так далее. Мы никто не знаем ответ на эту всемирную историческую проблему. Вот исходный пункт. То есть сначала нужно немножко так притушиться и чуть-чуть остановиться и поблагоговеть перед вот этим вызовом. Это первый момент. И второй момент, который фундаментальное основание, это то, что мы находимся в ситуации, и другие общества, мне важно сейчас Россия, и есть конкретные подтверждения, именно сейчас мы находимся в ситуации, а не 20 лет назад. Это ситуация, если хотите, демографической шизофрении. У нас рост уникальный, удивительный, замечательный, который надо поддерживать, за 7 лет на 25% число многодетных семей выросло. Просто это надо вот вообще лелеять, на руках носить и так далее, и тому подобное. Меры стимулирования просто вдогонку, чтобы все это росло не такими темпами, чуть поменьше и так далее. Просто шикарно, замечательно.
Но у нас при этом в два раза за 10 лет выросло социологическим опросом число людей, сознательно декларирующим child-free. То есть не просто там как-то без детей оставь, по медицине оставь, а сознательно, они говорят, child-free. В два раза? Да. То есть там 25%, а здесь? В два, но я сейчас не хочу вот на 25%, 100%. Тут дело не в том, а в том, что обе категории растут. И если изображать это в каком-то таком геометрическом, да, формате, то получается, что как бы из некого единого потока два языка. И абсолютно прав Сергей Валентинович, я считаю, это очень точное, очень правильное, очень грамотное, глубокое методологическое и социально-политическая вещь, когда он говорит, он заказчик, и что нужен заказчик. Потому что в этом смысле вопрос возникает, а мы что заказываем и кто? Потому что когда я каждый раз, когда приводят первый канал, на второй канал, я про государственный говорю, бог там с ними, с какими-то другими, на НТВ приводят какую-нибудь Child Фридшу, которая с удовольствием рассказывает, все ее расспрашивают, да что прям совсем прям не хочешь, и туда, и пятое, все. Я говорю, еще что вы делаете, ребят, ну вы что пропагандируете просто, да? Вы еще, ну там, я не знаю, посвятить 10 передач Child Free. После этого их там еще число увеличится, у нормальных простых девушек и парней, так сказать, голову снесут. Этой информационно, так сказать, доктринальной промывкой мозгов, да, что вы делаете? Но, по факту, еще раз повторяю, у нас шизофрения.